Чупа-чабра. Не откусила хорошо. Выходи из травки, выходи, выходи, выходи из травки, выходи, выходи, выходи. Ух, видно, вот она, в траву, в траву, в траву пошла. Плохо, 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 но вышла, вышла, вышла. Форсировать не буду. Здравствуйте, дорогие любители московской подмосковной ихтиофауны. Сегодня я на выездной рыбалке, на таких вот замечательных тюльпановских прудах. Давно я здесь не был. Сегодня разведывательная рыбалка. Посмотрим, что здесь ловится, не ловится и в каких местах. Сейчас собираюсь и на воду. Все в шашлычных местах. Выходные здесь особо делать нечего, наверное. Вода мутная, зеленая. Видимо, народ купается. Зацепчик. Уже? Да ладно. За что? Такая. Подарунька. Только не под корягу. Опа-па-па-па-па-пум. Ну ладно, окушок здесь есть. Но тоже не очень крупный. Ну что ж. Ух, ну сильный. А я уж думал, вообще здесь будет тишина. Ладно, плыви. Пойдем еще поищем. Вообще, по описанию в интернете, в этом озере уводится карась и крупный, очень крупный ротан. Ротана пока не видел, карася тоже, но ушок присутствует. Попробуем еще что-нибудь поймать. Но тоже вялый-вялый, на очень длинной паузе. Прям на еле слышных движениях. Главное, что интересно. На опарика ни одной поклевки. На двуххвосточку укороченную. Сразу подсел окунь. Да ничего. О! Там кто-то. Плюхнулся, но здесь, конечно, вообще коряги на коряге. Ты засадились. Да? Засадились. Засадились. Но не намертво. Так, ой, еще. Ух-ух-ух-ух. И что? Кроме вас здесь никого. Всех разогнали. Ну что ж. Ну, таких я и дома ловлю. А покрупнее где? Беги. Там еще кто-то поигрывает. О, кто-то гоняет. Вдалеке, на глубине. Я сменил место. Пытаюсь что-нибудь поймать. Под кустами плюхается что-то более-менее приличное. Но залезть в них я не могу. Там нет вообще подхода. Не то чтобы размахнуться, а просто просунуть даже удилочку некуда. Сейчас попытаюсь выманить. Но это дело
очень и очень неверная, неточная. Нет, это была не поклевка. Это была ветка. Такое красивое место. Здесь ходит какая-то рыба. Видимо, мелочь совсем. Четко по поверхности. Но вдруг что-нибудь да попадется. Перешел я обратно с 0,3 на 0,2. Посмотрим, что из этого получится. А, и поставил мотель Люре Макс. Ну, на косодаку только окунь и очень-очень редко. Но если на это вообще не будет, значит опять перейдем на косодаку. Белый опарыш вообще ничего не принес. Сейчас пробуем мотыль. Бель какая-то гуляет. Но что это за бель, какого она размера, непонятно. Плюхи не сильно большие. Ладно. Ну места, конечно, шикарные. Главное, тенечек. Красота. Вот. Идем в заливчик. Ух, ох, ох. Ух, ну что, товарищи рыболовы, какая рифма вам приходит на ум, когда вы видите утку? Да вообще на слово утка. Какая ваша любимая рифма? Вот у меня такая же. Кого же я тут выцепил-то, а? Чуть-чуть подтянем фрикциончик. Так. Щупачабра. Не откусила хорошо. Выходи из травки, выходи из травки, выходи. Ух, видно, вот она, в траву пошла, плохо, но вышла. Форсировать не буду. Так, устала. Я тебя по-честному взял-то, взял по-честному. Ух, вот такая рыбалочка. Ух, дорогие любители московской подмосковной ихтиофауны, это река Конопелька рядом с Чулпановским прудом. Так, пойдем вон туда, я тебя там возьму, то здесь очень неудобно. Какая красавица зеленая прудовая, а? Особо-то здесь пойти-то некуда. Опа. Хорошо, что небольшая. Прум. Опа, какая сопливая. Опа, сопливая. Боднула. Да стой ты, дура. Отпущу. Блин, скользкая. Ужас. Ужас, какая скользкая. Тихо. Тихо сказал. Зачем тебе этот пирсинг нужен? Все, уходи. Отбедилась. Ух. Зверь морской встала. Если видно. Отдыхает. Вот. Роланд со щучкой обрыбился. Прекрасный результат. И нормально он ее так удерживал на тоненькой лесочке. Такое место.
Вода прямо из пруда. Ну, это за пруда на реке Конопелька. Поэтому сейчас еще пару бросков и пойдем гулять дальше. Зелененькая, маленькая, но очень шустрая и бойкая. Дала адреналину. Выдала порцию счастья рыбацкого. Уже жарко становится, конечно, очень. Погода шепчет. Сиди дома, не ходи на работу. Смотрите. Босичком в эту воду лучше не входить. Ленточник. Страшный паразит. Слабонервных и беременных женщин просим не смотреть. Да, пойдешь купаться. Такая вот в трусы залезет гадость. Такой вот мосточек. Конечно, не очень уверенное место, но да, если вот здесь возьмет щука, это будет плохо, но здесь, я надеюсь, ее нет. Так. Что он хороший затишок. Ногами тоже проверим, не побрезгуем. Всякое бывает. Вот как раз в затяжка и попал. Подкусила. Что здесь, щучий рай? Да, откусила. Значит, щуки здесь дофига. Ой, пошла вон гонять. Ушла с пирсингом. Ну, судя по потяжке, не особо крупная. Такой щуки в этой речке много. Фух. Но ходить здесь лучше осенью, когда травка падет. Сейчас еще гляну, куда ведет эта дорожка. Вот так, на всякий случай. Так сказать, на будущее. Здесь овраг, там болотце. Речка маленькая, узенькая, но щучка злая и зубастая. Итак, дорогие мои любители микро-мини-морма-фишинга, рыбалка моя на сегодня закончена. Она была не очень результативной, но достаточно интересной. Есть выводы, которые надо применять. Попробовал я новую палочку с разными весами. И могу сказать, что даже самое минимальное она, в принципе, швыряет. Из пойманной рыбы, конечно, щука доставила самое большое удовольствие. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. До свидания.